Мы находимся в районе Дамаска-Барзе и ждем возможности посетить передовые позиции сирийской арабской армии на этом фронте. Пока мы наблюдаем с высоты, как по выявленным скоплениям боевиков наносится бомбовый удар. Барзе – это старый район Дамаска, население которого до прихода боевиков насчитывало порядка 40 тысяч человек. Район состоит из разноэтажной застройки. Боевики обозначили здесь зимой прошлого года, нанеся удар в спину народным ополченцам. Террористы сразу же начали обстрел автодорог и пытались штурмом взять больницу. Они скрытно скапливались в этом районе, накапливали оружие и готовили многочисленные подземные ходы и подкопы. Отсюда сегодня в час ночи началось наступление бойцов сирийской арабской армии вперед туда. Продвинулись примерно метров на 150. При такой плотности застройки это было очень тяжело. Но боевики отступили, позиции сегодня взяты, солдаты закрепляются. И сегодня ночью, скорее всего, операция будет продолжена. Вот этот туннель был обнаружен несколько дней назад. Военные чуть-чуть изменили русло местной речки, она затопила его, и боевики не смогли им пользоваться, оставили позиции, потому что не было ни снабжения боеприпасами, ни оружия. Снайпер бьет по этой стороне, будьте осторожны. Мы идем дальше по пути наступления солдат. Это список имен боевиков и их место на позициях. Многие дома выгорели полностью. Это боевики поджигали их при отступлении, чтобы задержать пехотинцев. Здесь надо пригнуться и быть очень осторожным, так как это линия фронта. Это передняя линия, там много огневых точек террористов. Там их много, там много боевиков. Они скрыты руинами. Здесь у нас постоянно происходят перестрелки. Там впереди везде враги. Все это линия обороны боевиков.
هيك ما ما بتاخذ لقطه ما في غير هذا البيت امامنا هذا ما في حدا هلا لانه بدنا نقتحمه ان شاء الله اذا مو اليوم بعد الظهر в этом доме никого нет а в следующем за забором у них есть позиции когда ребята отдохнут мы приступим к штурму и сегодня закончим с ними Вот такие самодельные взрывные устройства используют боевики. Это какая-то труба, может быть, даже для сантехники. Она скручена, туда добавлена взрывчатка, ну и фитиль. Здесь таких много находят. من هناك احيانا بيجينا قنص من هذيك البرجيه с той высотки по нам постоянно бьют снайпера боевиков там у них много огневых точек Осторожнее, здесь нельзя показываться. Сильно не высовывайтесь. В этом здании правее враги. Вчера ночью мы атаковали эти дома и уничтожили несколько боевиков, державших здесь оборону. Изъяли оружие и освободили все эти здания. Мы уничтожили здесь несколько бандитов и скоро продолжим наступление. Мы с народом будем защищаться до последнего. Мы воюем вместе с президентом против терроризма. Эти дома были под контролем боевиков фронта Аль-Нусра и полк Аль-Ислам Лива. Но с Божьей помощью мы освободили эти здания. Враги прямо напротив нас. الدنيا مو مشان طبعا معك
Здесь надо быстро пробежать. Задерживаться нельзя. Запах печеной картошки и свежего чая указал нам место отдыха солдат после атаки. Ночью наше подразделение освободило 3 дома. Это была быстрая атака на позиции террористов. Но, к сожалению, у нас погиб 1 солдат. Сейчас у нас отдых, и потом мы продолжим наступление. Мы сегодня успешно провели атаку в Барзе, убили много наемников. Во время атаки мы слышали переговоры боевиков. Они разговаривали на плохом арабском языке. Слышны явные акценты с Кавказа и Афганистана. Через несколько часов солдаты снова пойдут в бой. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Григорий Несторов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.